Всем привет! В предыдущем видео мы разобрали подробно набор для массажа Дотерра, новинка на российском складе. Ссылку на это описание можно увидеть выше. И мы обещали разобрать подробнее бленд, который входит в состав этого набора, он так и называется Aroma Touch. Именно это название было присвоено всем техникам уникальным, которые предложила Дотерра, техникам по массажу, по работе со своим телом. И техники это выглядит очень точечно. Все-таки нам нужно знать, как поднимается лимфа в нашем теле. Все-таки нужно понимать, что начиная массаж со стоп, продвигаясь выше, через наши пульсовые точки, через, опять же, видение аюрведы, как выстраивается наше тело, проходя по чакрам, это все работает. И, кстати, видение аюрведы использует лондонская школа ароматерапии, где я проходила обучение. Я была крайне удивлена, увидев, казалось бы, школа Англии. Ну, откуда там аюрведа? А на самом деле очень пристальное внимание уделяется энергопотокам, и эфирные масла, попадая в нужные концентрации при правильном понимании трактовки эфирного масла в ту самую зону, которая отвечает за энергию, за расслабление, за выражение себя, все. Ты уже делаешь очень хороший, сильный терапевтический эффект на все тело, попадая выбранным эфирным маслом в выбранную зону. На этом строится техника Aroma Touch. Очень интересная. Она начинается с кончиков пальцев, продвигается выше, попадая во все энергопотоки. И да, используется богатая линейка эфирных масел, далеко не полностью она здесь представлена. Но если мы понимаем, что работаем с новичком, то достаточно взять одного бленда, чтобы пройтись по всему телу человека так, как мы привыкли. Потому что массаж в Сибири будет немножко отличаться от аюрведического. И даже сильная работа, глубокая, спортивным массажем по всем мышцам будет прекрасно решать очень многие задачи по нашему телу. Вот для этого существует бленд Aroma Touch. Для тех, кто еще не в теме, кому нужно быстро, просто и четко получить результат, или вы работаете с клиентом, и вы получаете результат сразу же, или я прихожу как клиент на массаж и хочу получить комплексное воздействие, комплексную терапию на свое тело. Мы помним, что, собираясь вместе, эфирные масла производят большую синергию друг на друга, усиливая эффект. И чтобы понимать, как будет работать смесь, нужно посмотреть на состав бленда. Мы это тоже все помним. Давайте пойдем по уменьшению. Самая большая концентрация в этом чистом бленде. Здесь нет кокосового фракционированного масла добавлено, как это было сделано в балансе. Чистая концентрация эфирных масел, которые требуют разведения в базу. И самая большая концентрация здесь – это кипарис. Эфирное масло кипариса известно всем как венотоник и профилактика варикозного расширения вен. С ним работают как раз по задаче тонуса сосудов. И когда ты применяешь отдельно кипарис, ты чувствуешь охлаждение не на поверхности кожи, как это делает мята, а охлаждение внутри всех тканей, и это дает очень быстрый тонус сосудам, и видно за несколько минут, как ноги буквально собираются. Сильнейший лимфодренаж начинается с эфирного масла кипариса. В принципе, на это работают все хвойные, но кипарис лидер в этом назначении. И вот второй эфир, который содержит этот бленд, это как раз перечная мята. И эффект охлаждения будет не только внутренним, но и внешним, что позволяет еще быстрее достичь результата по работе с отеками ног. Например, мы долго летели, и можно одну капельку эфирного масла с базовым развести и сделать самый массаж ног от стоп до даже от щиколотки. Проходя по икроножной мышце и наверх коленям, вы очень хорошо проработаете венозную кровь, позволите от периферии быстро всем жидкостям подняться повыше, наверх, и тем самым убрать большую сильную отечность. Например, у меня всегда есть такая проблема после долгого положения сидя, особенно при смене давления, когда я взлетаю на самолете, у меня всегда есть этот эффект, эффект отечных ног. И мы можем его снять и красиво выйти с борта. Ну и, конечно, подарить себе хорошее самочувствие. Потому что когда ты идешь как робот, невозможно двигаться, мобильность всех конечностей эфирное масло Aroma Touch будет возвращать быстро. И в составе. Ах, как хорошо он пряно пахнет.
И вот эта пряность дает майоран. Он очень узнаваем именно по запаху. Вроде бы пищевой эфир, вроде бы мы знаем эту травку как хорошее усиление нашей кулинарии, но здесь майоран не случайно находится. Это эфирное масло номер один при всех манипуляциях с нашим телом по массажу. Это масло расслабляет мягкие ткани, работает с мышцами хорошо, выводит внутреннее воспаление. Спортсмены с ним работают очень часто в моноварианте. Если нос выбирает, если нравится, то это один из универсальных эфиров, которые применяются при техниках самомассажа. Точно так же здесь находятся листья базилика. И кто терял обоняние после того самого ковида, может быть, уже познакомился с базиликом как тем эфирным маслом, который быстрее всего заставляет наши рецепторы обонятельные проснуться, возвращает обоняние. И базилик находится здесь тоже не случайно, это лидер в решении вывода эндотоксинов из нашего тела. Это то, что мы могли наесть, извини. Следы тяжелых металлов, большая восприимчивость на плохую экологию. Базилик и, в принципе, все пряности, да, и кипарис вместе работают очень хорошо на эту задачу. Вывод эндотоксинов из нашего тела. Потому что массаж – это сильнейший лимфодренаж. Мы работаем по всему телу, и тут мощнейшие процессы самоочищения в каждой клетке, в каждом органе, во всех тканях, по всему телу. И этим надо, конечно, пользоваться. Если мы заставляем лимфу работать, да пусть она с удовольствием выведет все, что не должно быть в нашей лимфе, очень быстро, эффективно, за несколько применений на массаже. Я очень порадовалась, когда увидела в составе эфирное масло грейпфрут. Ты его так не чувствуешь, дыхая и знакомясь с этим блендом, но в составе он есть. И грейпфрут – это сильнейший эфир, который запускает липолиз по всему телу. Вот жиротопка хорошо поддержана вместе с грейпфрутом. Кто худел с эфирными маслами, то, вернее, не худел, конечно, а менял композит тела. Конечно, знаю, что грейпфрут – это один из первых помощников, который аппетит тебе остановит вовремя, и липолиз запустит правильно, и сработает как масло принятия своего тела. Ты перестаешь переживать, что у тебя где-то там целлюлит. Да, нормально, решим все с эфирными маслами и с, естественно, контролем питания, активностью. А чтобы все захотелось это делать, эфиры как раз делают хороший первый шаг к этому желанию, когда ты системные действия можешь поддерживать в удовольствие, а не как обязаловку и рутину. Грейпфрут работает в том числе как хороший лимфодренаж. Очень сильный пенотоник в том числе. И сочетание с кипарисом дают самый сильный кумулятивный эфир. Вот у меня часто спрашивают: Наталья, как убрать отеки? Я отдельно называю кипарис номер один, грейпфрут номер один. А вместе получается ароматач номер один. И что меня тоже порадовало финалом этого перечня богатых эфирных масел, которые входят в состав бленда ароматач, лаванда. Еле уловимый оттенок. Пряность в первую очередь, свежесть. Но лавандочка там тоже есть. Для чего? Расслабить ткани, нас расслабить, чтобы взаимодействие с, возможно, чужим еще человеком. Массажист – это все-таки техник, кто работает с нами, заходит в наше личное пространство, чтобы вот этот спазм от принятия чужих рук, он благополучно ушел. Ведь когда мы спазмируем себя, мы запускаем гормоны стресса. Кортизол во время массажа будет делать плохое дело и не будет работать на обновление клеток, а будет работать на страх, что со мной произошло. И чтобы мы даже не задумывались о этой интимной зоне, как впустить нового человека в свое пространство, чтобы была правильная атмосфера, здесь у нас работает диффузор, у нас очень хорошо работают эфирные масла, и вы по-настоящему расслабляетесь на кушетке, но все-таки без седативного эффекта, чтобы не расползтись, как медуза на поверхности, а очень хорошо потом собраться, как бодрый хрустящий огурец, просто взлететь с этой кушетки массажной и пойти заново в обновленном состоянии своего тела в новый мир. Вот так я вижу технику применения ароматач и бленд ароматач, в частности, который мы здесь и разобрали.